В 14 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу. Заболевших много почти в 60 крупных городах. Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. В северной столице ежедневно заболевают около 12 тысяч человек. Подавляющее большинство из них – дети. В общем же, в северо-западном федеральном округе число инфицированных за неделю возросло на 200%. Медики подчеркивают, в этом году особенно распространена тяжелая форма гриппа, которая грозит резкими осложнениями. Уже есть летальные случаи. Все среди людей, которые не сделали прививку или поздно обратились к врачам. В этой ситуации поликлиники и больницы переходят на усиленный режим работы. Закрывают на карантин школы. В частности, с понедельника внеплановые каникулы начинаются в Тамбове. По домам уже сидят ученики Якутска, Смоленска, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, а также некоторых школ Волгограда, Нижнего Новгорода и Брянска. В ряде регионов отменяют массовые мероприятия. В Москве ситуация в целом пока стабильная, эпидпорог превышен только среди дошкольников.